Новости. 19:45 на часах в студии радио «Тихий Дон». В эфире «Новости на Дону». У микрофона Наталья Тарасова. Здравствуйте. Из этого выпуска вы узнаете, на что надеются родственники Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, и смогут ли ростовские хоккеисты выиграть свой первый кубок РХЛ. Об этом и другом далее подробно. Ростовского летчика выпустят из тюрьмы после 5-летнего заточения. На это надеется супруга Константина Ярошенко Виктория. Ростовчанина осудили за перевоз наркотиков американские власти. С 2010 года он находится в тюрьме. Сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, которые причастны к похищению Ярошенко. Подробности у Кристины Олешко. По данным следствия, Константина Ярошенко похитили в Республике Либерия в мае 2010 года. Его и еще несколько человек задержали за торговлю и перевозку наркотиков. Ему не дали переговорить ни с адвокатом, ни с консулом. Признание в наркоторговле выбивали пытками. Затем россиянина тайно вывезли в США. В апреле 2011 года суд присяжных признал Ярошенко виновным в преступном сговоре с целью транспортировки крупной партии наркотиков, часть которой предназначалась для реализации в США. 7 апреля 2011 года он был приговорен к 20 годам лишения свободы. В интервью корреспондентам сайта югрегион.ру Виктория Ярошенко рассказала, что семья давно пытается заручиться поддержкой российского следствия. Цитирую: «Мы добивались оправдания с первого дня. Нам 3 раза было отказано, а сейчас мы надеемся на стремительное развитие событий. Мы уже беседовали со следователями. Это был не допрос. Мы вспоминали и пересказывали, как все происходило». Конец цитаты. По словам Виктории Ярошенко, самочувствие Константина сейчас нормальная, однако медицинская помощь ему так и не оказывается. Телесериал о бандитах «Однажды в Ростове» выходит сегодня на экраны страны. Фильм объединил 2 исторических факта. Расстрел рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода в 1962 году и вооруженные ограбления, которые совершала банда братьев Толстопятовых. Подробнее о бандитах, которые бесчинствовали на Дону, нашим корреспондентам рассказала директор музея Донского МВД Надежда Иванова. Эта банда действовала в Ростове на территории Ростова в период с 1968 года по 1973 год. Банда в основном состояла из 5 человек. Бандиты совершали нападения на инкассаторов и кассиров, грабили их. Бывали случаи, когда приходилось убивать людей. Идея снять криминально-историческую ленту о Ростове пришла в голову актеру и продюсеру Сергею Жигунову. Он вырос на Дону и помнит, какой резонанс имело дело Толстопятовых. Каждый второй ростовчанин утверждал, что либо участвовал в задержании бандитов, либо знал их лично. По словам Жигунова, воссоздать картину 70-х было сложно. Исторические фасады набиты пластиковыми окнами и кондиционерами, а вместо колоритного вокзала – современная стекляшка. Кроме того, ростовский говор оказался не под силу актерам. Главные роли в фильме сыграли Владимир Вдовиченко, Виктор Раков, Алена Бабенко. Работа над сериалом началась в 2010 году. Снимали в Ростове, Новочеркасске и Мариуполе. Фильм показывают на Первом канале. Хоккейный клуб «Ростов» в шаге от первого в истории команды чемпионства. На минувших выходных с одинаковым счетом 4-3. В овертайме «Кондоры» дважды обыграли хоккейный клуб ЦСКА ВВС. После игры зрители еще долго не уходили со стадиона, рукоплеская спортсменам. А вот главный тренер дончан Григорий Пантелеев, несмотря на победу, игрой своих подопечных остался недоволен. Понятное дело, я ребят поздравил, они бились до конца, но можно выиграть намного легче, скажем так. А мы постоянно себе стараемся поставить спиной к стенке, а потом уже куда-то бежать, спасать Россию там и так далее. Говорили, раскладывали, разжевывали уже 1 000 000 раз одни и те же ошибки, но до некоторых просто это не доходит. Но, к сожалению, у нас как продолжалось, так и продолжается. Ответные матчи финала плей-офф состоятся в Самаре 9 и 10 апреля. Сейчас хоккейный клуб «Ростов» лидирует в серии 2-0. Для чемпионства нашим игрокам хватит и одной победы. Эти и другие новости доступны на нашем сайте югрегион.ру. В студии была Наталья Тарасова, служба информации радио «Тихий Дон».